Согласно общепринятым нормам, отопление должно быть подключено после выхода административного постановления, если температура воздуха на улице будет держаться ниже 8 градусов в течение 5 суток. Администрации было заявлено, что процесс подключения отопления, скорее всего, начнется в начале октября. А уже в середине сентября работы по обеспечению теплом были проведены во всех детских садах. Отопление нам дали 15 сентября. Проблем при подключении никаких не возникло. Ну, детям тепло, вот, и комфортно в детском саду. Вот. Ну, я думаю, что родители довольны тем, что в детском саду тепло. Родители детей признательны городской мэрии и теплоснабжающим службам за оперативную и качественную работу. Огромное спасибо нашей администрации, Борису Беляеву, то, что заботится о наших детях. Хотя вот на улице такие холода стоят, сейчас в детских садах уже дали отопление, дети в комфорте играют, не в теплой одежде, как вот по телевизору смотришь в других странах. Цветкову отдельное спасибо, то, что успели сделать вовремя ремонт, хорошо запустили. Ну, все очень довольны, только положительные эмоции, все. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».